КВН «Сарани». Четыре команды упражнялись в остроумии и шутках, чтобы завоевать симпатии зрителей и, конечно же, получить главный приз. Все веселые и находчивые – учащиеся общеобразовательных школ. Между тем, Кубок Акима достался команде на Востоке. Все подробности у Мирамгуль Салкимбаевой. Всего боролись за Кубок Акима города Сарань четыре команды. По словам представителей общественного фонда «Аксуран», команды выступали на ура. До конца игры было неясно, кто же все-таки станет обладателем заветного кубка. В итоге первое место присудили команде на Востоке из средней школы номер 35. На втором месте расположилась команда «Жасын», а на третьем – веселые и находчивые из города Караганды, команда ЕНТ. Финалистам вручили ценные призы, остальные участники получили дипломы и сертификаты. Шутили юмористы на разные темы, начиная со школьной поры и заканчивая простыми, знакомыми нам всем жизненными ситуациями. Впрочем, шутки не всегда можно было назвать удачными. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».